Да, всех интересует вопрос, что это за свидание, что за ним кроется. Общаться вам получится на пути, я не могу вкратце рассказать, потому что это уже довольно долгий путь. Это уже 15-я персональная выставка. Но она отличается, у меня каждая выставка персональная отличается от предыдущей. Я такой художник неоднообразный. Даже по моему каталогу видно, что листаешь разнообразие. Эта выставка отличается от предыдущей драматичной, евангельской, мифологической, драматической. Она отличается легкостью, красочностью, движением. Другая манера живописи, более раскованная, более спонтанная. Я даже не очень задумывала эти работы, они как будто случались. Скажите, пожалуйста, а вообще чем это все навеяло? Вот, что за этим стоит? В основном путешествиями и какими-то предчувствиями чувств. Ну а вот кому вы отдаете предпочтение? На кого вы равняетесь в своем творчестве? У кого вы учитесь? Или может есть уже чему кого-то другого научить? Ну, у кого вы переняли? Вообще, я считаю, что художник находится в своем канале таком, и канал должен быть чистым, потому что нам все дается свыше. Бывают такие чудеса в мастерской, настоящие чудеса, у меня уже можно перечислять много чудес, которые подтверждали, что мы курируемые существа. И бывает просьба какая-то, вот внезапно что-то не можешь сделать, выбился из сил. Я не могу это сделать. Ты берешь кисть и все переделаешь спонтанно, мгновенно. Потому что тебя слышат. Потому что знают, что тебе это нужно. Вот когда нужно, тогда дается. Когда не нужно, сколько не проси.